В Мадриде рядом с музеем Прадо расположился прекрасный парк, излюбленное место туристов и жителей города. Раньше он был резиденцией короля Испании Филиппа IV и потому получил название Парке дель Буэн Ретиро – парк приятного уединения. Парк является зелеными легкими Мадрида. Здесь растут тысячи зеленых насаждений, включая земляничное дерево, которое является символом Мадрида. Большой пруд, дворец Веласкеса, стеклянный дворец, розовый сад – это основные достопримечательности парка. В самом центре – большое озеро, рядом с которым установлен памятник Альфонсу XII. Здесь можно покататься на лодке по пруду, заняться спортом, устроить пикник или просто прогуляться по тенистым аллеям во время зноя. Скульптуры, которые расставлены по обе стороны длинной улицы и изображающие всех испанских королей, создают аллею статуй. Дворец Веласкеса в переводе означает «дом коров». Раньше он был выставочным коровником, а теперь в павильоне демонстрируется произведение искусства. Хрустальный дворец – сооружение из стекла и железа и считается самым красивым сооружением Мадрида. В нем изначально размещалась оранжерея растений с Филиппин, а теперь также используется в качестве выставочного зала. Перед дворцом пруд с черепашками. На осмотр парка может уйти весь день. Здесь есть интересные фонтаны и скульптуры. К примеру, статуя падшего ангела – единственная скульптура в мире, изображающая дьявола. Есть поверье – кто станет в тень падшего ангела, умрет в этот год. Бесчисленные статуи, фонтаны и памятники превращают парк Ретиро в музей под открытым небом.